Блокчейн-компания Ambrosus заключила партнерство с Track Therapeutics. Новая система поможет следить за качеством при производстве фармацевтических препаратов. Как сообщает CoinIdle, стратегический советник Ambrosus Яран Лукашевич объявил, что партнерство с Track в программе клинического развития подразумевает установку интегрированных датчиков в сочетании с блокчейн-технологией для компаний, производящих фармацевтическую продукцию. Данное партнерство дает Ambrosus возможность построить систему непрерывного мониторинга и отслеживания, которая будет менее трудоемкой, менее дорогостоящей и более прозрачной. Генеральный директор и соучредитель Ambrosus Энджел Версетти заявил, что они применяют блокчейн-протокол, чтобы обеспечить качество, безопасность и целостность жизненно важных продуктов – фармацевтических препаратов.